с запахом типографской краски, чуть потрепанное, но для своего читателя всегда новое. Книги, журналы, подшивки газет – все это каждый из нас почти в любое время может найти здесь, в библиотеке. Первой библиотекой в мире считается собрание глиняных табличек, найденное в одном из вавилонских храмов примерно 2500 лет до нашей эры. А вот самая знаменитая библиотека – Александрийская. Это восьмое чудо света. Созданная в III веке до нашей эры, Александрийская библиотека была крупнейшим центром античной книжности. В ней хранилось около 700 тысяч томов рукописей. В Беларуси первая публичная библиотека открылась в Могилеве в 1830 году, но работала она недолго. Библиотеку закрыли, так и не найдя денег на комплектование. В 1919 году на Могилевщине появилась первая изба-читальня, которую признали одной из лучших в Советском Союзе. А спустя 16 лет открылась и первая сельская библиотека. В этом же году начала работать библиотека областная. Сегодня ее фонд насчитывает около 800 тысяч экземпляров, 5 тысяч из которых – редкие издания. «Величайшее сокровище – хорошая библиотека», – писал Виссарион Белинский. Но тогда он еще не знал, что появится всемирная сеть интернет. И 21 век станут называть веком библиотечной катастрофы. Теперь, когда книгу, да что там книгу, миллиарды страниц абсолютно любой информации можно уместить в одном маленьком электронном устройстве, возник вопрос, а по-прежнему ли нам нужны библиотеки? Библиотеки нужны, были нужны и будут нужны, потому что, ну, наверное, без информации сегодня тот, кто не владеет информацией, не владеет миром. И, наверное, самую полную, самую объективную информацию можно взять только в библиотеке. Нина Ильинична Полякова из Могилева – завсегдатай библиотек. Книги щелкает, как орешки, по полдесятка в неделю. Говорит, после выхода на пенсию теперь чтение – ее работа. Библиотека очень нужна. Дело в том, что электронная книга, конечно, удобство, но бумажная литература, она человека располагает к более медленному чтению и более глубокому размышлению. Книги все равно не исчезнут. Книги – это навсегда. Чем же так притягательна печатная книга? Почему она до сих пор не исчезла, как в свое время исчезли глиняные таблички, папирусные свитки и рукописи? Может быть, настало время, когда книгу сможет заменить интернет? У многих людей есть вот такое понимание – эстетика чтения. Это не сравнишь с просмотром, пролистыванием в интернете. Это вкушение и предвкушение общения с книгой, воссоздание сюжетов, того, что ты читаешь, видеть какие-то иллюстрации. Серьезная информация – это большой труд ни одного человека. И никогда к ней доступа полного и открытого не будет. Потому что, чтобы она туда попала, это работает не один человек. Поэтому как бы на волонтерских таких началах, ну, это только Википедия, да. Опять же, мы возвращаемся к тому, насколько достоверна и правильная информация, и какая там идет субъективная интерпретация этой информации. Вам нужны библиотеки? Ну, на мой взгляд, библиотеки теперь уже не актуальны. Это, ну, сейчас интернет, телефоны. И все можно читать там, и все книжки, которые есть в библиотеке, большинство из них можно найти прямо в интернете. К сожалению, у меня нет времени ходить по библиотекам. И после работы я прихожу, мне хочется отдохнуть, побыть с семьей. В библиотеках говорят, интернет им не конкурент, а скорее помощник. Ведь именно благодаря ему у многих библиотек появились свои сайты, форумы, где сами читатели советуют, какую книгу выбрать. В интернете очень много достойных источников информации, которые представляют большую ценность базы данных. Да? Они есть по всем направлениям, которые представляют ценность для ученых, для исследователей.
В это время ученые пытаются создать электронный аналог, максимально похожий на привычную нам книгу. Последнее достижение – книга электронная. Ее еще называют библиотекой в кармане. Это небольшое устройство может уместить несколько тонн книг, тысячи иллюстраций, аудио и видеозаписей. Обычные книги это не по силам. Может быть, это и есть то самое изобретение, которое заменит библиотеки. Никак не сравнить живую книгу, которую я держу в руках, которую я читаю, с тем, что я возьму тот же ридер, туда заброшу 2000 книг и буду читать вот с этого, я не побоюсь этого слова, глупого издания, но глупого механического предмета, от которого нет радости. То есть я не нахожу в этом радости. И поэтому, наверное, все-таки общение с живой книгой, это, нет аналогов, я думаю, так. В Англии анализируют, насколько усваиваемая информация именно с электронного носителя. Оказывается, на 30% меньше усваивается, особенно то, что касается учебного процесса, какой-то серьезный. Я не говорю о чтении развлекательной литературы, то, что мы все любим там для души. Ну, даже взять хотя бы того маленького ребенка, которого мы учим, только-только учим читать и учим, читаем ему книжечки. Как мы можем по ридеру его, привить ему любовь к этой красивой книге, которую мы держим в руках, с красивыми картинками, иллюстрациями? Это просто невозможно. Жители деревни Васькове Чичаевского района вот уже несколько месяцев пользуются только одной библиотекой – домашней. Вслед за школой и клубом закрыли и местную библиотеку. До ближайшей – 12 километров. Сельчане говорят, после закрытия библиотеки в деревне утихли и культурные мероприятия, и праздники, и гуляния. Единственным развлечением тут стал телевизор. Художественную литературу вообще читали, и пожилые читали, и молодежь читала. Ну, а сейчас… Не знаю. Не знаю, где кто берет, что читает, телевизор и смотрит. Когда школа была, было вообще совсем другое, и библиотека. А сейчас школу закрыли, и все. Деревня стала угасать. Не одни васьковичи лишились своей библиотеки. За последний год по программе оптимизации в области закрыли 36 библиотек. Неужели интерес к книге все-таки пропал? В областной библиотеке говорят, эти меры вынуждены. Просто не всегда уместно содержать библиотеку там, где работает библиотекарь на 0,5 ставки, например, на 0,25 ставки. Да? Не всегда там есть то количество жителей и то количество читателей, которые пойдут в эту библиотеку. Но не всегда туда поедет работать молодой специалист. В областной библиотеке успокаивают. Без книг сельчане не останутся. К ним регулярно будут приезжать библиотеки на колесах – библиобусы. Сейчас районные библиотеки имеют 18 таких автолавок. Приезжают они раз в месяц. Тут можно не только книгу взять, но и сделать ксерокопию или распечатку. Правда, в нескольких районных библиотеках нам сообщили, что их библиобусы больше месяца стоят на ремонте. Техника все-таки. Саша и Артем живут в Могилеве, но с недавних пор и они в читальный зал ходят нечасто. Детскую библиотеку имени Горького в районе завода Кирова тоже закрыли в рамках оптимизации. До ближайшей другой несколько остановок, но ездить за книгами малыши не привыкли. Чтобы отвоевать библиотеку, бабушка ребят, пенсионерка Нина Ивановна, собирает подписи местных жителей. Чтобы дети спокойно занимались и учились в этой библиотеке, а она им дает развитие. Они никуда не могут втянуты быть в плохие дела. Они заняты будут своим делом. У нас кроме леса ничего нету. У нас такой район. Лес и речка. И поэтому дети, они там и читают, и в читальном зале, и по домашнему заданию берут книжки. Я в школе задавали брать книжки, а в детской библиотеке всегда были книжки, которые мне нужны. Я понимаю, что недовольные будут всегда, потому что люди быстро привыкают к тому, что они имеют рядом. Но эта ситуация еще чем вызвана? Укрупнение библиотек дает же тоже положительные результаты. Или на расстоянии 7 километров находятся две библиотеки, и мы их одинаково комплектуем, с учетом того, сколько сейчас стоят и книги, и периодические издания. Да? Или эта же сумма денег пойдет в одну библиотеку. Еще лет 20 назад библиотеки были при каждом крупном предприятии.
Сегодня они остались на немногих заводах и фабриках. Да и при строительстве новых производств библиотеки, как правило, уже не планируют. Библиотека необходима, естественно, на заводе. Неважно, в каком виде будут существовать книги, в электронном, еще в каком-то, они будут существовать. На предприятии «Могилев-Химволокно» сохранилась своя библиотека. Ее книжный фонд насчитывает свыше 50 тысяч экземпляров изданий. Читатели нашей библиотеки – специалисты, рабочие, студенты-заочники обязательно посещают нас. Конечно, читателей, может быть, лет 10 назад у нас было намного больше, так как людей на предприятии было значительно больше. Но, тем не менее, у нас есть постоянный костяк читателей, которые нас посещают. Вот, и мы им очень благодарны за это. Если публичные библиотеки закрываются, остаются ли нужны библиотекари? В Могилевском библиотечном колледже желающих получить эту профессию достаточно. Хотя тут признаются, в последние годы конкурс на нее невысокий. Профессия по-прежнему востребована. Но в подтверждение тому, ежегодно среди наши выпускники в количестве 73-75 человек – стопроцентно распределяются. Что будет с библиотеками? Да, сейчас переживают не совсем хороший период. Собственно говоря, компьютеризация, интернет появился в те годы, когда возраст библиотечных работников в среднем составлял 40-45 лет. Анна Медведская работает библиотекарем уже 10 лет. Говорит, в эту профессию приходят не за престижем и не за высокой зарплатой, а по призванию. Читателей много, обслужить нужно всех качественно. Ведь библиотекарь не только выдача книг, да, это и проведение массовых мероприятий, оформление выставки, да, которым мы занимались вот в течение месяца. Вот сегодня что-то получилось вроде у нас. Оказание компьютерных услуг. Тишина должна быть в библиотеке. Теперь это правило устарело. В современных библиотеках приветствуют и разговоры, и даже легкие перекусы. Главное – создать максимально комфортные условия. Чтобы не потерять читателя, многие европейские библиотеки давно изменили свой формат. Тут все как дома. Есть не только пища для ума, но и для желудка. Можно посидеть за ноутбуком, пообщаться по скайпу, послушать музыку и даже сделать зарядку. Или поспать. Стоит ли говорить, что залы всегда полны? Ну, если бы библиотеки были более комфортабельные, если бы там можно было бы отдохнуть, расслабиться, почитать книгу, я бы с удовольствием походила туда. Но они сейчас некомфортные? Не очень удобно. Стулья жесткие, столы, тишина. Могилевская библиотека имени Александра Пушкина тоже скоро станет суперсовременной. Тут начался капитальный ремонт. И вскоре здесь можно будет не только книгу почитать, но и выпить чашку чая или посмотреть фильм. Возможно, через каких-то пару-тройку лет именно так и будут выглядеть все наши библиотеки. И тогда вопрос, нужны ли они, отпадет сам собой. Процесс чтения, процесс обращения к печатной книге, как к духовному какому-то источнику информации, это все-таки станет элитарным процессом. То есть это как бы процесс не для всех, то же самое, как каждый не ходит в театр, да, кто-то ни разу в жизни не был в театре и не понимает, зачем он нужен. Сегодня в библиотеках мира находится примерно 130 миллионов наименований книг. И какими бы темпами ни развивались технологии, пока еще сложно представить, что библиотеки полностью исчезнут. Ведь это не просто книгохранилище, не просто способ сохранить информацию для потомков, но и, как сказал один немецкий философ, сокровищницы всех богатств человеческого духа.